Котлован под фундамент будущего детского сада исследован. В течение 2 недель в Анапе работала группа археологов. Строительство детского садика ведется в зоне границ памятника федерального значения городища Горгипия и его некрополь. В данном случае строительные работы, вот, которые ведутся на этой площадке, попали в зону некрополя древней Горгипии. Поэтому в соответствии с федеральным законом до начала строительных работ должны быть проведены охранно-спасательные археологические исследования. В данном случае исследования проводятся в форме археологических наблюдений. Мы заканчиваем работы в пятницу к вечеру. После этого мы передаем площадку уже строителям. Чтобы определить подрядчика социальной стройки, администрация провела аукцион. Договор с краснодарской компанией уже заключен. Дальше приступает подрядчик к работам проведенным. Котлован уже готов, и в пятницу уже приступят к вязке арматуры и заливке фундамента. Все, сроки соблюдаются. Сдача объекта декабрь 2018 года. Контракт был подписан в апреле этого года, 10 апреля. Подрядчик добросовестный, я думаю, что он будет строить на совесть. Детский сад получится красивым, уютным. И наши жители города-курорта Анапа скоро смогут отвезти сюда своих детишек. Мощность детского сада планируется 80 мест. На месте снесенного аварийного здания в центре города появится современный детский сад. По завершению строительства управление образования объявит о начале приема малышей.